мы вас сравним с космической станцией. Вот как МКС, да? Спутник, он небольшого размера, выполняет конкретные задачи, да? А космическая станция – это штука, которая выведена методом комплектирования на орбиту, да? То есть, как бы, что такое комплектирование? Это когда выводится основной блок, а к нему потом выводится, прикручиваются разные другие блоки, да? Методом комплектирования, выведенная, да? Борется с физикой. Зараз борется с физикой. Поэтому у них нет возможности вывести такой огромный объект, как МКС, сразу на орбиту. Да. Поэтому нужно производить что? Постепенно, поэтапно, насколько мы можем преодолеть физику. То есть мы можем поднять груз там одну тонну в воздух. Значит, сколько будет времени строиться МКС? Сколько тонн она весит? Да? То есть вот, нам столько раз нужно полететь и соединить блоки, сколько разделить на вот эту тонну, да, то есть, как бы, то есть 10 раз, 20, 20 раз. Так вот, ГДС, у него задача обеспечения функционирования, то есть связи духовного мира и воспринимаемого и видимого духовно и физически мира человека, то есть обеспечение его функционирования, то есть обеспечение вот как бы управляемого снисхождения силы Господа Бога сверху вниз на физический как бы план. То есть ГДС отвечают за целые диапазоны, которые обеспечивают так сказать, дозированное прохождение силы сквозь этот как бы диапазон. То есть мы как бы силу мироздания в управление берем при помощи ГДС. Это его ну, как бы основное назначение. Понимаете, да? Мы используем силу мироздания, силу Бога, так как Бог мир строит сверху, эту силу построения мира сверху вниз, мы ее берем под контроль и в управление, и чтобы мочь использовать. Как сотворец Бога, как часть Бога, с помощью ГДС. То есть ГДС это механизм постановки силы под контроль, вертикальной силы под контроль. Чем позднее вы работаете с ГДС, тем меньше неожиданности в вашей жизни. Потому что все неожиданности порождены что? Вот этой вот неконтролируемой силой построения мира сверху вниз. А человек не хочет соответствовать что? Замыслу построения сверху вниз. Да? Потому что он о нем даже не знает. О том, что существует какой-то замысел построения мира сверху вниз. И тем меньше неожиданности в вашей жизни, непредсказуемости в вашей жизни. Чем лучше вы работаете с разными ГДС, отвечающими за диапазоны, да, тем меньше неожиданности в вашей жизни.